Земля рассветов наполнена множеством рас, культур и героев, удивительным образом уживающихся вместе. Ее история насчитывает множество столетий, и, как любое подобное место, Земля рассвета является неисчерпаемым кладезем захватывающих историй, одну из которых я вам сегодня и поведаю. Приветствую, друзья! С вами рубрика «Истории героев». И сегодня я расскажу вам о Чане, юной волшебнице. Чане – самая молодая ученица Великого Дракона. С раннего возраста она демонстрировала удивительный магический потенциал, быстро овладев величайшим заклинанием Великого Дракона – Священным Спутником. С тех пор Чане заслужила вечную любовь Великих Драконов. Несмотря на всю свою веселость и энергичность, Чане причиняла Великому Дракону немало неудобств. В конце концов, он попросил Зилонга, его приемного сына, присматривать за Чане. Великий дракон надеялся, что усердный и решительный характер Зилонга может помочь Чане. Зилонг полюбил жизнерадостную и умную Чане. Они часто проводили время вместе, практиковали магию и находили небесных существ для игры. Чане также любила проводить время со своим старшим братом Зилонгом. Ее любимая часть дня была в конце обучения, когда Зилонг нес ее на спине по дороге домой. Во время Второй войны равнин Зилонг помогал мудрым правителям Земли, путешествуя между мирами. После того, как он ушел, Чане вернулась к своим детским шалостям. В какой-то момент Великий Дракон потерял надежду, что когда-нибудь настанет хотя бы один спокойный день. Так было до тех пор, пока случайно Чане не проглотила одну из его священных таблеток, думая, что это конфета. Великий Дракон немедленно отправил Чане из своего святилища, приказав ей помочь Зилонгу и исправить ее ошибку. Даже тогда Великий Дракон был вынужден дать Чане свою драгоценную полумесячную луну, дабы защитить ее.